здравствуйте, дорогие друзья. Сравнение двух динамометрических ключей. Габариты, внешний вид и вес. Сначала взвесим этот. Сейчас посмотрим, как он выглядит. С тремя шестигранниками. С тремя шестигранниками это у нас будет весить 406 грамм. Так, а этот у нас, сейчас покажу, здесь тоже у нас три шестигранника и ручка, будет 132 грамма по цене. По цене это у меня получается, брал я за 3600, здесь получается 3 биты и 2 звездочки в комплекте. Этот комплект я брал за 3790, но здесь у нас правда 6 шестигранников и 3 звездочки, ну и габариты. Ну это, в принципе, с собой на велике брать навряд ли будешь. Если взять только это, то это получается 406 грамм против 132. Ну и здесь, конечно, усилие закручивания до 24, что на велике навряд ли понадобится. Это, скорее всего, авто. А это чисто вело. Это чисто вело. У него усилие до 6. Что-то фокусируется плохо. До 6. Ну это чисто вело. Он и компактный, и легкий. А это... Поэтому этот я сейчас буду продавать. На вид уже выставил за 2,5. Уже человек нашелся, завтра будет забирать. Все, конец съемки.